Всем привет. Всем привет, мы пришли в Пермь. Я думала, будет более долгая прелюдия серии, что мы поехали в наше новое путешествие. Но с порога мы поехали в Пермь. Ветер срывает листья с деревьев, в луже плывут облака. Пацаны смотрят вдали, верят, но трамвай не едет пока. Лучшая часть поездки на машине – это, вот это и вот это. Мы приехали, наконец. Что за дыра? Приехали в отель. Какую-то дыру меня привезла, покажи. Какую-то, так ты привезла. Что сказать? Вот отель. Номер бизнес на первом этаже. Вы вообще видели такой? Бизнес-эконом. Бизнес-стандарт. Все не открывается. Короче, номер бизнес, блядь. Вот такой вот. Кровать видно уставшая. Этот уставший. Как он называется? Одеяло. Но самое прикольное вот это. Это... Что? Как это открыто? Ёб твою мать! Здравствуйте, блядь! Как вам такое? Тут же курилка! Что это? Жесть! Ой, господи! Симпатичный туалет. Это все, что здесь есть симпатичного. Ладно, тут еще сказали, что снеки, чай, кофе бесплатный с 12 до 12 ночи и бесплатное пиво. Но вот это стоит бесплатного пива? А? По-моему, нет. Жесть. Хороший отзыв. Нас переселили в классный. Но мы попросили. Ну да. Дешевле который. Так, заходим в номер лофт. С Че Геварой. Вот таким окном. Ну, я думаю, что там такое же окно других. Кровать, муж, телек, стол, я. И здесь у нас туалет. Включается вот. Офигенно. Вообще. Прикол. Блин, мы как будто бы, знаете, в Сочи выглядит. В Адлере. Да, в Адлере. За выходной. Ля-ля, спасибо. Это паста с буррато и томатом. Ой, это пицца с буррато и томатом. Просто посмотрите на эту красоту. Уля-ля. Боже. Старый кирпичный переулок в заведение вот в это, потому что нам сказали, что там самая вкусная паста. О, Экс я тоже слышала, и Бар Совесть я тоже слышала. Мне кажется, мы пойдем вечером сюда. Вот так это все выглядит. Мой лук. Нам принесли вителла тонната. Паста какая? Тальятелля? Парпаделя? Или парпаделя? Парпаделя. Парпаделя. Как называется? Паста. Парпаделя. Муж. С грудинкой, пармезаном и еще каким-то сыром.
видео, как чья-то рука с кольцом наматывает пасту. Шла и не могла понять, где свет, а он, оказывается, был вот там, в другой стороне. В общем, я пошла в Смоки Дог встречаться с Полиной. Я дошла до Полиночки. Я уже говорила, возможно, что она ведет большой телеграм-канал Welcome to Yourself. Подписывайтесь, комментируйте. Она выкладывает всякие обзоры на одежду. И классные, стильные штуки. А теперь мы пьем за знакомство. Вы видите Полину второй раз. Потому что что? Мы не брали телефон. Смотрите, какая красавица. Просто... тут на завтрак. Булочка, манник, финики, орешки. Финики? Сосиски, макарошки. Кто макароны ест, что я не понимаю. Нанце, отчик. Ну, все выглядит хорошо. И смотрите, что есть еще. Доброе утро. Я сейчас увидела, что здесь на завтраке есть муж, а еще есть пиво. Игристое. Игристое я уже показала. Прикол. Пиво. В 8 утра. Выезжаем из отеля, из нашего лофт-номера. И я забыла вам показать вот эту кнопочный телефон. Алло, здравствуйте. Подписывайтесь на канал. Пишите лайки. Ой. И голубые почты, подписки. Пишите комментарии. Мы приехали на набережную. Красиво. Шли завтракать, обедать. Мы вообще нашли супер лайфхак. Ты сначала в отеле встаешь в 8 утра, идешь завтракать, а потом после выселения идешь обедать уже спокойно. Идеально. Чем мы пришли в игрушки, это какое-то прикольное заведение. Еда выглядит вкусно. Вывеска непритягательная. Примадента притягательна. Муж очень притягательный. Вот так все внутри. Ну сразу же. Для блеска глаз. Почему сразу же шампанское? А вот открытая кухня. Вот это завтрак. У меня омлет с креветкой. Тут какие-то закусочки. Саша фермерский завтрак. Ой, очень красиво. А тут в кафешке, оказывается, есть открытки. Прикольно. Какая незамысловатая реклама, да? Ну, уже постояли, сделали книгу. Еще постояли, похоже.